Привет, ребята, это Зимвольбер. Я сейчас покажу за пару минут дом, который мы подготовили к продаже. И этот дом, он самый маленький из тех домов, которые у нас когда-либо был. Здесь только две спальни и довольно большой ливинг-рум, который вы видите за моей спиной. И та часть — это кухня, а здесь вот огромная area, где можно иметь там телевизор, камин, диваны, все такое. Сейчас не очень удачное время, чтобы снимать. На улице довольно такая пасмурная погода, ветрено, листья летают. И я не буду снимать с голос на улице, чтобы шум ветра не делать. Я прокомментирую пару слов и покажу, какими были эти стены и все остальное до. Значит, мы этот дом получили в лиловых темно-синих цветах. Вот эта кухня, она изначально была грязная, коричневая и все такое. Значит, мы заменили полностью все ручки, мы перекрасили кухню, мы положили на кухню вот эти вот backsplash, кубики серые, которые вы видите. Естественно, весь дом перекрашен в белые цвета. Вот эти контртопы — это бирч. Я не помню, как по-русски. Мы их часто ставим, потому что с этим деревом работать удобно, и оно очень легко приводится в такое состояние, когда люди приходят, такие: «Вау, какой классный новый деревянная столешница». Холодильник тут старый, который здесь был, в принципе, нормальный. Новая газовая плита, новая вытяжка. Новая, естественно, мойка, новый умывальник, кран этот мойки, новый дишвошер Whirlpool, это я устанавливал. Под мойкой тоже все абсолютно новое, потому что здесь был ужас, тут было все гнилое, табуны тараканов, кошмарище. Вот сейчас тут все новое, сверкающее. И мы заменили все окна в ливинг-руме. Значит, это окно новенькое, пластиковое. Это окно новенькое. То окно новенькое. Это окно новенькое. Дверь мы не меняли, мы просто покрасили. Поменяли только storm door. То есть это наружная дверь, которая сейчас закрыта. Внутренняя, она старая, но новая, с новыми ручками, новым замком кодовым и всем прочим. Полы. Я всегда выбираю ламинат, который такой средней ценовой категории. Он хорошо смотрится и легко кладется. Легко в том плане, что каждая ламинатинка защелкивается со всех сторон в другие ламинатины. Сейчас я закрою эту дверь, чтобы она не кликала. И благодаря тому, что ламинатины защелкнуты, то нет никаких перекосов, нет никаких щелей, то есть гарантированно везде все красиво. Новая, естественно, вот эта вот нижняя часть бейсборда, она новая. Тут стояли такие старые треугольнички, мы их все выбросили. А старый вот этот бейсборд, высокий, мы оставили, потому что, во-первых, их снимать — это большая работа, они на огромных гвоздях прибиты. А во-вторых, они неплохо выглядят, если их покрасить и сверху набить бейсборды поменьше. Дальше, вентиляция. По всему дому, как в домах, построенных еще в те года, вентиляция осуществляется из-под пола, а не с потолков. И мы поменяли вот эти решетки, они называются registers. Они регулируются тут наклоном этих лопаточек. Мы поставили новые жалюзи. Это хорошие жалюзи, по $60, по 55. Дальше, вот эти все светильники абсолютно новенькие. Они дают замечательный свет, да, когда люди приходят. Что еще? Вот эта лампа. Мне она очень нравится, она экономная, но в то же время огромная панель, дающая много света, и она светодиодная, да, и там можно регулировать температуру освещения. То есть есть переключатель, с помощью которого температура освещения мы выставляем. Так, термостат. Это тот, который здесь был, Honeywell. Они, в принципе, хорошие. Я его уже поставил на минимальный, хит, 66 градусов.
просто чтобы в доме не было фризинг, да, когда люди приходят. Окей, покажу спальни. Здесь меньше света. Это спальня номер один. То же самое, заменены окна, заменены жалюзи, светильнички, новые двери на клазеты, большие клазеты. Двери идеально ездят на рельсах. Новый карпет такого же серенького цвета, спокойного. Новые режиссеры, новые розетки, новые бейсборды. Здесь дверь была поломана страшными действиями предыдущих владельцев, поэтому двери, ручки, замки, все новенькое. Так, дальше. Здесь ванная. Единственная в этом доме, довольно маленькая. И я вот так вот через зеркало сниму, как выглядит сама ванная. Наверху тот светильник, который здесь стоял, он там совмещен с вентилятором. А это фонари, которые мы поставили, они очень яркие и очень позволяют что-то хорошо видеть. Мы уже подготовили к показам, поэтому унитаз заклеен тейпом, чтобы люди, которые приходят с агентом, не позволяли в себе всякие глупости, типа пользоваться сантехникой. Так, выходим, еще одна спальня. Она такого же размера, как и прежняя. И здесь немножко тише, потому что та спальня, она к дороге, а в этой вообще тишина и покой. То же самое, новые жалюзи, но окна мы здесь не меняли, только перекрасили. Точно так же новые двери клозетные. И вы слышите, я хожу и немножко поскрипываю. То есть это нормальная ситуация в домах деревянных, построенных в те времена. Это хорошо. И здесь видно дек, я вам его покажу на улице. Но, в принципе, при желании, если тут семья сидит и ест барбекю, то можно через окошко, например, что-то сказать. То же самое, новые розетки, новые дверные ручки, новые выключатели. И из кухни я иду в такая laundry area. Тут открыта дверь на улицу. Бэкдор. Значит, тут большие окна, через них видно, в принципе, хорошо бэкьярд. Видно дек. Половину дека я построил новую, половину оставил, потому что он в порядке с ним. Доски живые, хорошие. А вот эта часть, она была подгнившая, поэтому построил новую. Через вот это окно можно на дек передавать там, мясо для гриля, да, или назад принимать. Здесь тоже новые полы, эти же laundry area. Мы не ставили washer и dryer, есть все подключения для них. И последняя дверь, это utility room. Здесь стоит газовый хитер, очень эффективный, кстати. Я его уже поставил в пилотный режим, чтобы пока нас нету, дом на продаже, он не грел лишний раз воду. И идем на улицу. Здесь гараж. Гараж на одну машину, ничего особенного, мы просто перекрасили в белый цвет внутри, полы покрасили в серый. А на фасаде гаража и сбоку гаража были следы пожара. Почему? Потому что у соседа что-то горело, и весь сайдинг на боку гаража нашего, он был вот такой, как у соседа. Соседский дом, вы видите, есть следы пожара. Он сейчас на ремодлинге. Сегодня приезжали ребята, которые тут хитинг-систему меняли, там еще что-то меняли. Короче, они работают, молодцы. Сделают. Но наш уже красивый, синий. И крыша в прекрасном состоянии, в идеальном. Я уже машину загрузил. Сейчас поеду в другой город. Покажу вам бэкер, пока нету сильного ветра. Значит, у этого дома мне не очень нравится, как расположение сделано. Потому что он изначально построен маленьким. И на никто не рассчитывал, что здесь будет спрос на большие дома. Видите, гараж и дом. Да? Казалось бы, ну, почему бы не соединить гараж вместе с домом и не получить вместе, ну, как бы большую площадь. Чтобы люди зимой могли спокойно из дома в гараж переходить. А не через вот этот переходик, который они оставили. Да, тут крыша, видите, все как полагается. А чтобы можно было нормально, ну, как бы из теплого дома в теплый гараж заходить, садиться в машину, ехать куда надо. Ну, в те времена строили так.
Значит, на будущее, если новый владелец захочет, он может взять пермит и достроить, допустим, фундамент вот таким вот образом. И к этому дому добавить 500-1000 квадратных футов, да, и получить еще пару спален, ванну нормально большого размера, знаете, как современные мастер-бедрумы, мастер-баструмы. Так, дек, обычный дек из зеленых pressure-treated wood, ничего особенного. И такая большая береза с тремя стволами. Ну, сейчас зима, понятно, на ней нету листьев. Но при желании новый владелец здесь может зафигачить домик на дереве для своего ребенка, если у него есть дети. Дальше. Тут у нас такая серьезная бетонная стена, потому что по соседству подстанция электрическая. Это ведение городской электрической компании. Вот. И здесь очень мощная система кондиционирования. Круто работает. Она довольно свежая. Ее, по-моему, поставили всего несколько лет назад. Газовый счетчик. Окей, мне пора ехать. Я сделаю вам еще пару кадров с фасада дома и расскажу, что мы тут вообще сделали. Здесь немножко есть света. Значит, здесь дом был такого унылого, бежевого, кремового, хрен пойми какого цвета. Вот соседний дом, он немножко похож по цвету. Вот видите, вот этот сайдинг, он, ну, как бы никакой. Особенно он становится никаким, когда со временем этот сайдинг выгорает на солнце. Становится вообще, грязь. Ну и кроме того, что он сам по себе становится хрупким от перепадов температуры, то есть его в любом случае надо менять. Так вот, мы сайдинг весь перекрасили в цвет, который называется Deep Navy. Глубокий военно-морской флот. И покрасили все тримы в белый цвет, колонны вот эти на фасаде покрасили в белый цвет. И вот это полностью поменяло картину, потому что наш дом теперь самый красивый на этой улице. Окей, у меня все. Завтра этот домик идет на MLS. Я надеюсь, он найдет своего нового владельца. Мне он нравится, честно говоря. Здесь прикольный район. Очень много ресторанов, очень много всякой магазина, инфраструктуры. Прямо через дорогу от нас банк. И вот этот дом, он хорошо подошел бы для семьи, у которой, допустим, пара людей без детей. Либо семья с одним ребенком. Либо вариант там пара пенсионеров. Окей, ребята, если вы заметили, на моем канале вы никогда не увидите рекламу, которая вылезает в самые неподходящие моменты видео. И на моем канале вы никогда не увидите линков, где я клянчу от вас какие-нибудь деньги, какие-нибудь донаты или еще что-нибудь такое. Я просто этим не занимаюсь. Если вы считаете, что информация о бизнесе, о недвижимости, о инвестициях здесь для вас ценна, поставьте, пожалуйста, просто лайк под видео. Это будет ваша оплата мне за какую-то работу, которую я делаю для того, чтобы создавать данное видео. И не забудьте посмотреть еще пару видео на этом канале, потому что следующее видео может оказаться о том, как вы станете миллионером. Почему бы нет? Всем пока!